времени среди нас рождаются и живут люди, которые способны показать пример тысячам и повлиять на судьбы многих. Таким был и Михаил Фадеевич Иоффе. Талантливый руководитель, почетный гражданин города Бреста. Всю трудовую жизнь посвятил заводу. Такие слова высечены на памятной доске, которая теперь предваряет вход в предприятие «Брестгазоаппарат». 4000 брещан, жителей окрестностей нашего города, благодарны гению, таланту этого человека за то, что у них есть работа на хорошем, стабильном предприятии. Городская власть сделает все возможное для того, чтобы газоаппарат и дальше был флагманом нашей городской промышленности. Сегодня Брестгазоаппарат – крупнейшее в СНГ предприятие по производству кухонных плит. За время существования оно выпустило с конвейера порядка 30 миллионов единиц продукции. А начиналось все в далеком 1951 году с мастерской 120 человек на базе Брестского ремонтно-механического завода. Этот путь стал возможным благодаря заслуженному работнику промышленности Беларуси Михаилу Иоффе, который работал здесь в общей сложности более 50 лет. Сначала в качестве главного инженера, затем 36 лет на посту генерального директора. Сегодня мы собрались для того, чтобы отдать дань уважения хорошему человеку, талантливому руководителю, который посвятил свою жизнь и отдал ее развитию нашего завода. Хотелось бы, чтобы молодые, приходящие на работу в наш производственный комплекс, поднимали планку еще выше, совершенствовали достижения и технологии до такого уровня, что слава Гефеста гремела и дальше. Среди тех, кто пришел почтить светлую память Михаила Фадеевича и его внучки, младшая Марина, единственная из семьи, продолжает дело своего деда. Сегодня она работает специалистом сервисного отдела предприятия «Брестгазоаппарат». Он был очень хорошим человеком. Так как его столько все-таки людей почтили, он вырастил этот завод, дал работу стольким людям. Не зря, но градообразующее предприятие завода. И все-таки надеемся, что дальше будет поддержать. Это все-таки фактически его было детище по жизни. Наверное, тут проводил гораздо больше времени, чем в семье. Мы полностью выросли уже в этой обстановке. И мы видели, как этот человек создавал завод, как он его воспитывал, ставил на ноги. Мы очень благодарны газоаппарату, что они решили почтить память нашего дедушки. Стоит сказать, что руководство города прилагает все усилия, чтобы увековечить память о людях, которые внесли неоценимый вклад в развитие Бреста. В перспективе планируется, что одна из улиц города будет носить имя Михаила Иоффе. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.